атмосферы праздника. Ну да, мы вообще не первый год на неделю на Russian Fashion Week. Нам понравилось, мы были в том году и решили повторить, потому что понравилась очень атмосфера праздника, очень уютная, люди очень приятные. Ну и вообще хочется ощущения праздника почаще. Мы как женщины, естественно, мир моды для нас близок и интересен, поэтому мы стараемся не пропускать такие вещи. Есть к чему стремиться, хочу сказать. Если сравнить с неделей моды в Милане, в Париже, ну, конечно, мы еще немножко уступаем, но стараемся, тянемся. Раз мы здесь, значит, уже неплохо. Молодец. Ну, Терехов мне нравится очень. Татьяна Парфенова, модный дом. Подачи наши действительно, вот как уже сказала Лиля, действительно наши уже по качеству и по подаче тянутся к итальянским, но все равно чувствуется разница. Там целая индустрия, там и другие деньги вкладываются, и реклама, и модели, опыт, да, и опыт, да. Но есть к чему стремиться, и, судя по вниманию публики, можно как аванс от публики воспринять и тянуться, стремиться дальше. По поводу российских дизайнеров, качество порой оставляет желать лучшего. Не имеется в виду вот показное то, что здесь сейчас зрители увидят, и не лакшери элемент, а именно для простых людей вот стоит доработать какие-то моменты, а так именно по дизайну бывают чисто сворованные идеи, какие-то моменты у итальянских дизайнеров. У нас, да, в нашей стране это только, наверное, на стадии зародыша, то есть это только начинает как-то вот именно бизнес начинает, да, привлекать вот это вот все, окружать себя, может быть, модными людьми, модными модельерами, и какие-то идут вложения в это, но это на стадии зародыша. Я думаю, что, как уже говорили, есть к чему стремиться, то есть есть куда вкладываться, есть куда идти, то есть горизонт огромный. Ну и что хочется пожелать? Прежде всего процветания, естественно. Я присоединюсь к этим словам, хорошим пожеланиям, но главное, действительно, чтобы бизнес был стильным, а стиль приносил деньги. Побольше ярких каких-то, наверное, идей, побольше, да, пиара. яркой рекламой, да. И действительно таких вот, наверное, под идеями это ведь люди. Люди должны как-то вот вытаскивать вот этих самородков, которые должны, вот как я вижу, Вячеслав Зайцев, он ведь как-то начинал, как раз сегодня говорили о нем, начинал там 40 лет, там, 10 лет назад, да. Вот, поэтому эти самородки, они есть, их надо вытаскивать, их надо как-то развивать, и чтобы это вот освещалось, показывалось и в прессе, и на телевидении уже. Смайлова, Лилия Фикретовна, ресторан «Калабаш». Мамат Бабаев, Олег Фархадович. Ионкина Вера, ведущая программы «События», канал ТВ-центр.